Хрустящая корочка, аромат свежего белого хлеба. Многие люди с упоением окунаются в воспоминания о том, как они, будучи детьми, отправлялись в магазин за булочкой белого. А по пути домой не сдерживались и отрывали ломоть мягкого, еще горячего хлеба. Ровно 30 лет назад в Кургане открылся магазин «Горячий хлеб» при хлебокомбинате номер 1. Для нашего города это было настоящее событие. К магазину выстраивалась огромная очередь из горожан. На торжественное открытие приехали главы региона. Спустя 30 лет в магазин все так же любят покупатели. В нашем городе магазинов очень много, но наш магазин особенный. Мы здесь продаем не только продукт нашего производства, мы продаем теплоту рук, которые его изготовили, хрустящую корочку и запах хлеба. Мы стараемся обслужить покупателей так, чтобы они ушли довольными и вернулись к нам обратно. Не каждый магазин может выдержать такую историю и конкуренцию. Конечно, те времена были другие немного, и, может быть, даже не немного. Хлеб вырабатывали в 3 смены, значит, вырабатывали в основном формовые сорта. Потом вот где-то в 88 году организовали производство батонов, и пошел первый батон, у нас он назывался обыкновенный батон. Горожане были, конечно, вообще вот без ума от этого батона. Конечно, я пожелаю, чтобы в наших магазинах, а у нас их достаточно, чтобы покупателей мы радовали, чтобы покупатели шли с удовольствием в наши магазины. Ну а мы, как производственники, конечно, будем стараться для горожан, мы работаем же для этого. Если нашу продукцию любят, то мы довольны и, как говорится, с счастливой душой уходим домой. Как отмечают специалисты предприятия, с тех времен изменилось многое, и свежесть продукции с использованием вакуумной упаковки и упаковки продукции в целом улучшилось качество. Елена Сидорова вспоминает, каким торжественным был момент открытия первого магазина горячего хлеба. Традиции на хлебокомбинате сохранились, технологии, процесс спустя 30 лет кардинально не поменялись. Все так же используются закваски, опары, а самое главное – старание делать качественный продукт. Продукт номер 1. Алексей Старцев, Павел Баев, Владислав Базылев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».